Итак, мы находимся на стенде Qualcomm. Потрясающий новый бренд, называется AllJoyn. AllJoyn — это система, которая синхронизирует домашние устройства, потенциально абсолютно любое домашнее устройство, которое вы можете управлять с помощью вашего смартфона, девайса. И перед нами стоит кофемашина. Совершенно простая, обычная кофемашина с кнопками, где интегрирован чип от Qualcomm. И здесь мы сейчас можем посмотреть, как мы можем сделать чашечку кофе прямо не выходя со своего смартфона. Okay, so let's see how it works, how we can make a cup of coffee while we're still in the bed from the smartphone. So what you want to do is you want to discover the coffee pot first, just done through imaging. Просто наводите свой смартфон, соединился сейчас по Wi-Fi смартфон и кофемашина. And then what you have is the coffee maker is now telling the device, hey, you can do some things with me. Like right now I have it set to make a strong cup of coffee, but instead I want to make a regular cup of coffee. И кофемашина говорит, что можно сделать регулярный кофе, то есть обычный американо, а системе написано, что кофемашина может также делать сильный кофе, то есть более крепкий. И здесь можно прямо поменять в приложении. And then I want to brew a cup of coffee. И сейчас мы заварим кофейку, нажали кнопочку, и кофе заваривается. Готово. So you can see that both sides are saying brewing. When this is done brewing, it's going to send a message to the device saying it's done and your coffee is ready. И вы можете видеть, что одинаковая надпись, что кофе готовится, и когда кофе здесь приготовился, то вам отправляется сообщение на экран, что кофе готово, и вы можете пойти его забрать. Incredible. Невероятно.